Минздрав предупреждает всех курильщиков. Курение вызывает опасные заболевания. Но мало кто знает, что люди, которые курят, чаще усеют, теряют слух и слепнут. А чего стоит один запах дыма? И сигареты в удовольствие не из дешевых. Пачка сигарет в среднем от 30 до 80 рублей. Элитные дороже. Еще дороже никотиновая зависимость стала летом. С 1 июня вступил в силу закон о курении. Теперь запрещено курить в госучреждениях, вузах, школах и больницах. Свободные от курения зоны на стадионах, кафе и ресторанах. Пропустить перекур придется в поездах и на вокзалах. Курилки останутся только на предприятиях и в офисах на усмотрение руководства. Отказаться от курения анапчан и гостей курорта призывали волонтеры. Меняли сигареты на конфеты. Прошло 5 минут, а у нас уже 3 сигареты. Люди чаще скрывают вредную привычку. Увидев видеокамеру, смущаются. Неудобно рассказывать всему городу, что курят. Признались, в табачной зависимости самые смелые. И поменяли сигареты на конфеты. Спустя 10 минут у нас 2 пачки. Волонтеры меняют сигареты 2 раза в год. 31 мая во Всемирный день без табака раздают конфеты. И в 3 четверг ноября меняют табак на мандарины. Сегодня Всемирный день отказа от курения. Управление по делам молодежи в рамках программы «Антинарко» проводит вот такую замечательную акцию «Меняем сигарету на конфету». Очень вкусные сегодня конфетки раздают. С конфетами информация о вреде курения. Молодые активисты уверены, если даже один курильщик откажется от сигарет в день акции, это будет большая победа. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа, регион.